Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Коллекция Монет. Так, получил сегодня вот такую вот упаковочку банкнот. Начал снимать распаковку, но произошел у меня сбой системы, поэтому все уже распечатано. И сейчас посмотрим, какие банкноты пришли. Банкноты собирает у меня сын. Цель у него собрать банкноты с разных стран мира. Ну и по некоторым странам мира все банкноты недорогие, в принципе, тоже откупаем. И там могут быть по несколько банкнот с одной страны. И здесь, кстати, часть новых стран для нас. Ну а часть уже страны, которые у нас есть. И, в общем, недорогие, симпатичные банкноты. Итак, первое. Буду показывать. Ангола. Вот до этого приобретали мы банкноту 5 кванс Анголы. Ну, вот здесь вот еще одну дополнительно для Анголы банкноту мы взяли 10 кванс номинал 2012 года выпуска. Своеобразный наборчик. Так. Дальше Беларусь, 10 рублей 2000 года. Ну, Беларусь у нас тоже есть, правда, банкноты из обращения, несколько штучек, там зайчики. Поэтому в таком состоянии банкнот не было, и несколько штучек мы приобрели. 100 рублей 92 года. И вот такая вот уже более крупная банкнота, 50 рублей, тоже 2000 года. Я так понимаю, Брестская крепость изображена. Да, так и есть. Брестская крепость на банкноте. Так, следующая банкнота — это Белиз. Центральный банк Белиза. 2 доллара. 2014 год. Южная Америка. Елизавета II. Монета. Ой, монета. По привычке все монеты. Банкнота красивая. Следующая. Джибути 40 франков. Это банкнота юбилейная. Посвящена, насколько я понимаю, 40-летию Independence, независимости. 40 франков, 40 лет. Банкнота недорогая, в общем-то. Но достаточно интересная. Для нас экзотическая Джибути. Африка. Дальше Египет. 1 фунт. Это банкнота выпускалась в период с 2006 по 2008 год. Египетские банкнотки у нас есть пару недорогих. Но, по-моему, третья банкнота Египта нашей коллекции. Конго. Конго тоже есть банкнота. Это вторая банкнота для этой страны. Вот здесь просто она нам понравилась. Со слоном. Банкноты с животными. Интересные, симпатичные. И цена достаточно привлекательная. Всего лишь 20 рублей эта банкнота стоила. Банк Конго. Дальше. 1 динар. Ливия. 2019 год. Это уже полимерная купюра, насколько я вижу. Здесь вот прозрачный элемент у нас. Палец видно. Уже интересная. Мексика. В Ливии не было. Мексики. Мексики тоже не было до этого момента.
100 песо 82 года. Дальше Монголия. 10 тугриков. Монголия, купюра была, по-моему, 50 или 20 тугриков. Вторая. 2013 год. Вторая банкнота. Дальше. Дальше. Это Объединенные Арабские Эмираты. 5 дирхамов. Дирхам. Кому как нравится. Год 2017. Вот для нас тоже экзотическая страна. Папуа Новая Гвинея. 2 кина 2017 года. Тоже полимер. Они на ощупь даже другие. Папуа Новая Гвинея. Дальше опять экзотика. Сан-Тома и Принсипи. 5000 добра. Добра с добра. Год 96 банкноты. Дальше Судан. Один суданский фунт. Год 2006. Вот эти голуби и на монетах Судана есть. То есть в Судане почему-то голуби очень нравятся. Так, Таиланд. 20 бат 2012 года. Рама 9. Король. В молодом возрасте, тут, наверное, семейство его, или он где-то сам, какой-то зайчик изображен, и кролик. Дальше. Танзания, 500 шиллингов, 2010 года. Африка. Не было тоже в Танзании. Тут еще экзотика. Для нас Тонга. Один паанга. Или одна паанга. В каком роде, не знаю, тут произносить это. Кингдом в Тонга. Большая купюра по размерам. Туркменистан. Один манат. 93-го года. Туркменистан, по-моему, была у нас банкнота, тоже недорогая. Взяли. И Украина. 2 гривны 2013 года. Украина тоже одна банкнота была. По-моему, 1 гривна. Вот. Недорогую еще одну добавили. Вот такие вот банкноты. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.